Эй, бро, у тебя есть 5 секунд, чтобы поставить лайк и подписаться на мой канал, и тогда ты будешь учиться только на отлично. Хайо, друзья, всем огромнейший привет, у нас сегодня, ребята, будет противостояние эволюции царь-тарантула против царь-скорпиона. Да, друзья, вот такой вот у нас есть паук, посмотрите, это, ребят, первая стадия царь-тарантула, вот такой вот маленький паучок. И, друзья, с другой стороны у нас находится маленькая первая стадия царя-скорпиона, вот он, друзья, посмотрите. В общем, да, друзья, вот такое вот сегодня у нас будет офигенное противостояние эволюции двух огромных царей, двух огромных монстров. По сути, друзья, скорпионы и пауки очень-очень близкие родственники, так если разобраться. Вот мы сегодня, ребята, в этой серии выясним, кто из них сильнее. Ну и, кстати, да, друзья, пишите в комментариях, как вы считаете, кто сегодня победит, царь-тарантул, гигантский царь-паук, или же, друзья, царь-скорпион, гигантский, друзья, скорпион-император. В общем, да, ребята, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите, друзья, на колокольчик, и мы, ребятки, начинаем, погнали! Так все, друзья, наша эволюция начинается, я, друзья, сегодня буду эволюционировать как раз из-за паучка, так, вот, ребята, наш павук, так... А вот, друзья, наш Скорпиоша, посмотрите. Ну, все, друзья, минус первая машина. Ты что делаешь? Ты что делаешь, бро? Ты что, офигел, что ли? Ну, ребята, смотрите просто, что мы творим. Минус, друзья, синяя машина, минус, друзья, желтая машина. Отпусти, Скорпион, моя машина, моя. Все, друзья, смотрите, Скорпион тоже убил одного. Тоже, друзья, уничтожил одну машину. Так, теперь, друзья, белая. Так. Ладненько, ребята, смотрите. Вот еще одна желтая тачка. Быстрее сюда. Первый, друзья, скорпион, в принципе, довольно-таки уже, видите, опасный и большой. Хотя, друзья, следующий будет еще больше и опаснее. Так, смотрите, друзья, машинка. О, серьезно? Нифига себе, друзья, повезло. Но! Вот это, друзья, авария. Нифига себе, конечно, друзья, там авария произошла. Давай. Все, ребята, уже, видите, минус 3 у нас. Быстрее. Вот, друзья, вижу, все, минус. В принципе, неплохо, друзья. Так... А ну иди сюда. Капец, ребят, как же сложно. Вы даже не представляете. Все, минус. Красиво, ребят, это сделали. Так, вот это, друзья, баги. Тоже минус. Ну и теперь, ребят, прям отправляемся в центр города. Давайте, быстрее туда. В сторону, друзья, парковки. Вроде где-то там, я, ребят, слышал нашего скорпиона. Он там. Вот он, друзья, так, а ну иди сюда, скорпион. Но! Ребята, быстрее. Так, иди сюда. Нифига себе, конечно, он, ребят, видите, мощный. Пока что, видите, друзья, мой яд его особо не берет. У меня еще, друзья, сил не хватает его уничтожить. Ну, ладненько. В принципе, пока что, друзья, раз мы не можем его убить, будем, значит, просто, ребят, развиваться, эволюционировать. Так, еще минус машина. Вот. Так. Нифига себе, что это сейчас было? Вы это видели? Ребята, что это сейчас было? Какая-то жесткая прям авария. Так. А ну, белая машинка, иди сюда. Как же, блин, друзья, сложно за него играть. Вы даже не представляете. Но, кстати, ребят, просто огромнейший плюс нашего паука и, в принципе, скорпиона. Он, кстати, ребят, даже умеет перемещаться по стенкам и по потолкам. Так, ну, давайте мы сейчас это, друзья, проверим. Так. Да, действительно, ребят, смотрите. Конечно, друзья, залезть он, наверное, сюда не сможет, но в принципе, видите, друзья, он задерживается. Так, друзья, короче, давайте мы сейчас попытаемся убить нашего скорпиона. Но! Есть, друзья, попадание. Нифига себе, конечно, грузовик. Так, ребят, быстрее. Во! Ребят, я слышу скорпиона. Вот он. Готовы, давайте. Но! Ребята, есть попадание. Так. Ну, давай. Есть, ребят, смотрите, мы его оглушили. Быстрее добиваем. Давай, да! Прям, ребята, уязвимое место. То есть, видели, друзья, у скорпиона хитиновая такая вот защита, да? Хитиновая, друзья, броня. Она, друзья, находится сверху, поверх его лап, туловища, головы. А вот, ребята, брюхо, да, то есть живот скорпиона не такой, друзья, защищенный. И там нету хитина вот этой брони. Мы его, ребят, получается, перевернули и просто разорвали. В общем, да, друзья, вот такой вот прикольный у нас паук. И давайте я теперь, ребят, эволюционирую. Погнали! Так, все, друзья, мы только что эволюционировали. Все, друзья, полный вперед. Но! Вон, смотрите, друзья, скорпион. Вот он, друзья, мой паук. Павук, друзья, смотрите, вот такой вот прикольный. Так. О, капец, ребята, что просто происходит? Офигеть! Машина. Была, ребят, машина, нету машины. Капец, друзья, вы только посмотрите на скорпиона, но... Ребят, быстрее, смотрите, что мы сейчас сделаем. Давай. Да, ребята, о-хо-хо-хо-хо. Вы это видели? Еще один, друзья, удар.
Капец. Все, ребят, у Скорпиона оглушение. Секунд 20. Видите, все, он, ребята, пока что вообще никакой. Овощной он, друзья, какой-то теперь. Давай, правильно, правильно, правильно. Давай, 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 давай. Вот, офигеть, друзья. Вы это видели. Давай, давай, паук, все, ребят. Просто видите, минус. Минус, друзья, это машина. Так, вот, смотрите, друзья, Скорпион. На, получай, засранец. Получай, получай, так. Но, нифига себе он, друзья, большой, сильный. Вы это видели? Ё-моё, как? Как мы вообще, ребят, будем убивать? Я это даже, ребята, не представляю. Так, 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 а ну иди сюда, 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 но... Есть, ребята, попадание. Капец, конечно. Это моя машина, моя, 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 моя. Давай, 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 давай. Все, друзья. Смотрите, друзья, просто берем лапами, разрушаем. Вот. Красиво, ребят, мы это сделали. Минус. Видите, все, друзья, опять, короче, Скорпиона мы загнали в ловушку. Опять, друзья, оглушение. Так, ребята, быстрее, быстрее, быстрее. Так, поворот, давай. Вот, смотрите, друзья, автобус. Это то, что мне, друзья, нужно. Офигеть. Добиваем его, друзья, добиваем, добиваем. Все. Вижу, друзья, еще машины. Вот, смотрите. Вот они, друзья, наши машинки. Так, 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 так. А ну-ка, иди сюда, синяя машина. Но! Нифига себе там, друзья, авария произошла. Вы это видели? Вы даже, друзья, не представляете, насколько сложно играть за этого, друзья, паука нашего. Посмотрите на него. Выглядит, конечно, он, ребят, мега опасно. Очень-очень круто. Но играть за него практически вообще, ребят, невозможно. По управлению такое себе. Так, ребята, атакуем Скорпиона. Тихо, тихо, тихо. Ай, ребята, больно, больно, больно. Ладно, ладно. Зря, ребята, быканул. Прошу прощения. Все, ребята, валим, валим. Быстрее, быстрее. Опасно, опасно. Все, видите, он, друзья, теперь только за мной гонится. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, о, Жигуль, приветики. Давайте сейчас, ребят, покушаем. Жигуль вот этот, например. Вот, по красоте, друзья, смотрите, разорвали. Он, друзья, видите, приближается. Так, попытка номер два. Но, нифига себе, друзья. Он меня оглушил. Больно, ребята. Вижу, смотрите, друзья, скорую помощь и машину спецназа. Во, отлично, друзья, видите, просто мишень. Так, 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 нифига себе, друзья, огромные просто машины. Но, кушаем, ребята, кушаем. Смотрите, друзья, Скорпион приближается. Вы, ребят, только посмотрите на размеры мои, да, моего, ребят, павука, вот этого паучка. И, ребят, Скорпиона, что? В смысле? Ребят, смотрите, меня просто разорвал, вы понимаете? Офигеть, все. Короче, да, друзья, к сожалению, меня убили. Вы видите, ребят, меня просто-напросто Скорпион разорвал. Но все-таки я, ребят, успел сделать нужное количество фрагов. Я, друзья, уничтожил где-то более 10 машин. И прямо сейчас же я отправляюсь эволюционировать гигантского царь-тарантула. Погнали! Так, все, друзья, мы только что наконец-то эволюционировали. Вот он, друзья, гигантский царь-паук-тарантул. Посмотрите. Вот такой вот, друзья, гигантский паучище. И, друзья, с этой стороны гигантский царь-скорпион. Посмотрите на него. Тоже, друзья, огромный такой вот монстр. У него, видите, ребят, целых 4 клешни и вот такой вот гигантский хвост с жалом. Так, все, друзья, мы начинаем. Смотрите, кстати, уже, ребят, Скорпион начал атаку. Он меня, друзья, пытается сдалека как-то повредить с помощью своего, ребят, жала, вот этого яда. У него, кстати, да, друзья, яд выстреливает из жала. Так, 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 давай, паук, полный вперед. И, кстати, да, друзья, смотрите, у меня, кстати, не такой, что, видите, он, ребят, дальнобойный наш паучок. Он, ребят, у меня максимально для ближнего боя. Так, 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 давай, 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 давай. Смотрите, друзья, Скорпион тоже приближается, готовы. Так, раз, два, три, стреляем, ребята, по нему. Да, нифига себе, друзья. Все. О, вы это видели. Короче, да, друзья, получается, я убил Скорпиона. Вот такой вот первый бой. И давайте мы сейчас, друзья, еще один проведем. Так, друзья, еще один бой, полный вперед. Так, 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 Скорпион, иди сюда. Ребята, готовимся его атаковать. Ближе, 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 давай, 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 ребятки, так, атакуем, атакуем, есть, смотрите, друзья, просто минус клешня у него, ай, больно, ребята, больно, больно, живем, 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 давай, но, все, друзья, мы это сделали вновь, офигеть, я, кстати, видите, ребят, живой, вы посмотрите, ребят, на мои повреждения, посмотрите, друзья, на мои повреждения, мне, друзья, голову повредили, лапы, друзья, повредили, видите, ребят, сзади вот эту попку повредили, капец. Но я, друзья, победил, 2-0. Так, друзья, еще один бой, полный вперед. Так, ребят, что-то мне это не нравится. Смотрите, друзья, что Скорпион делает. Тихо, 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 давай, давай. Паук полный, ребят, вперед. Больно, нифига себе. Ай, все-таки, друзья, он по мне попал, попал, попал. Давай, 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 давай. К сожалению, друзья, в этот раз, видите, походу меня убили. Офигеть.
Вы, ребят, посмотрите, что случилось с пауком. Ё-моё. И вот, друзья, повреждение нашего скорпиона. И вот, смотрите, ребята, что остается от бедного паучка. Ребят, смотрите. У него, видите, даже, друзья, вот эти вот спереди штуки двигаются, да? Которые, друзья, у него во рту находятся. Жесткое, конечно же, друзья, видите, зрелище. Ну и давайте мы сейчас еще один бой устроим. Погнали. Так, ребята, полный вперед. Ой-ой-ой-ой. Снова, ребят, видите, началось. Плюется он, друзья, видите, ядом. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай, паук, быстрее-быстрее-быстрее, друзья. Какой же он медленный. Так, готовы. Пли! Стреляем, друзья, по нему. Серьезно, смотрите, друзья. Мы просто его разорвали, вы понимаете? Он приближается, приближается. Добиваем его, добиваем. Ребята, быстрее, быстрее. Да! Офигеть! Вы это видели? Хо-хо-хо! Короче, да, друзья, вот так вот как-то сегодня у нас получилось. Такая вот прикольная эволюция. Пишите, ребята, в комментариях, какие нам еще эволюции устроить. Какие, друзья, еще противостояния эволюций. Ставьте, друзья, лайки. Подписывайтесь на мой канал. Жмите, друзья, на колокольчик. И встретимся с вами в новых роликах, в новых эволюциях и в новых, друзья, битвах. Всем пока-пока-пока!